схватил пакеты и мимо кассы. Сотрудники 2-го отдела управления полиции города Петропавловска в течение получаса задержали мужчину, открыто похитившего алкоголь из магазина. Подробности далее. В полицию поступило сообщение, что в одном из продуктовых магазинов по улице Кошукова произошел грабеж. Камеру видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестный молодой человек открыто похитил 2 пакета с 3 бутылками водки и другой продукции. Изначально он закупался как обычный покупатель, набрал 2 пакета, но когда продавец отошла вглубь помещения за очередным видом товара, схватил пакет и убежал в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в течение получаса задержан молодой человек, схожий по описанию состава. Со слов продавщицы. Схватывает его с прилавка пакет и убегает. Я побежала за ним, но догнать я его не смогла. Но потом вернулась, я позвонила сразу сотрудникам полиции. Но они тут сразу приехали. И где-то в течение получаса его уже до этого заводили, но это было не двое ребят, не они были. Потом показали фотографию, я его опознала. Задержанным оказался 31-летний мужчина, уроженец района Шалакына. В момент встречи с полицейскими он находился в нетрезвом состоянии. Начал распивать похищенное из магазина горячительное. Начато досудебное расследование по статье 191, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время по данному статье предусмотрена санкция до 4 лет лишения свободы. Подозреваемый выдал похищенное, к нему применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Полицейские отмечают, что преступление было раскрыто по горячим следам, во многом благодаря своевременному обращению потерпевшей в полицию. Кроме того, в помещении магазина, а также у входа находится камера видеонаблюдения, что также эффективно помогло при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Елена Горбань при содействии пресс-службы департамента полиции.